Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93. В эфире телеканала РИК ТВ, программа «Каждый день». С вами Гаухар Тургаева. Сегодня понедельник, это самая короткая неделя в этом году. Нас ждет всего 3 рабочих дня. А значит, мы успеем как можно больше времени провести дома с семьей или на каких-то интересных мероприятиях. О последнем вам расскажет наша программа. Уважаемые жители нашего города, вы можете выполнить однодневные малые хирургические операции в вечернее время. Сеном Клиник продлевает график работы хирургической службы до 20.00. Более подробная информация по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93 и 8 778 303 67 28. Начнем наш выпуск традиционно с прогноза погоды на вторник, 6 марта. В Мартуке завтра ясно, минус 10 градусов днем, минус 13 ночью. В Алге ожидается сильный ветер, минус 9 градусов днем. Ночью пасмурно, пройдет снег, минус 10. В Хромтау ясно, минус 9 градусов днем. Ночью малооблачно, столбик термометра покажет минус 10 градусов. В Бадамше ожидаются небольшие осадки в виде снега, минус 9 градусов днем, ночью минус 10. В Шалкаре днем 10 градусов ниже нуля, на небе малооблачно, ночью минус 11. Далее в эфире прогноз погоды в нашем городе. Макса и Эни, которые вместе с другими парами каждую неделю устраивают так называемые ночные игры. И вот однажды харизматичный брат Макса, Брукс, организовывает вечер по разгадыванию убийственного квеста с ряженными главорезами и агентами ФБР. Получается, похищение Брукса в тот вечер – это розыгрыш или нет? Узнаем вместе в кинотеатре «Локомотив». Ночные игры уже в прокате. 18 марта в 16.00 впервые в нашем городе. На сцене Центра искусств единственный концерт легендарного ансамбля солистов «Московский квартет», «Русские сувениры», в составе которого известные народные артисты России Александр Цыганков, Валерий Зажигин и заслуженные артисты России Инна Шевченко и Лариса Готлиб. 19 марта на сцене областного театра драмы имени Тахауи Ахтанова пройдут гастроли московского спектакля. Приедут они к нам с комедии «Однажды-дважды». В главных ролях Иван Житков и Глафира Тарханова. Случайная и радостная встреча обернулась неслучайным разговором. За пару часов они пройдут путь от взаимной лжи, иллюзий и обвинений к неожиданной и горькой правде. Чем закончится ночной разговор на скамейке в парке? Каждый зритель сможет ответить на этот вопрос самостоятельно, встретившись с любимыми артистами на спектакле «Однажды-дважды». Сегодня профессиональный праздник театрального кассира. Инициативу поддержали руководители многих театров. С тех пор первый понедельник марта чествуют представители столь нужной профессии, с которой на самом деле начинается театр. У вас боли, отеки в ногах, варикозная болезнь? В Сеном Клиник вы можете записаться на прием к опытному, известному в нашем городе сосудистому хирургу Утиулину Нурбулату Есенгалиевичу. Доктор владеет всеми современными методиками лечения сосудистых заболеваний. Запись по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93 и 8 778 303 67 28. Желаю вам успехов в работе или учебе. Выпуск любой нашей программы всегда можно найти на официальном сайте rikatv.kz. На этом выпуск подходит к концу. Увидимся с вами скоро. Не переключайтесь.
Сенам Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93.